что, друзья, спасибо, что вы пришли, спасибо, что вы аплодируете. Друзья мои, ну вы знаете, ну хочется поздравить всех с Новым годом. Да и у нас есть такая возможность. С Новым годом! Мы хотим вам пожелать, пусть все хорошее сбудется, все плохое забудется, а это праздничное настроение останется с нами на весь следующий год. Ну а мы поможем, чем сможем, например, нашим новым концертом под названием «Пир во время зимы». Начинаем! Кому хорошо, то американец колы разбавляет. Заходи, Джонни. Вот тут и живу. Дмитрий, ну как-то неудобно в Новый год и без подарка. Да ты чё, да ты и есть мой подарок, самый лучший, Джонни, ты чё, ну? В смысле? Я тебя в нарды выиграл. У кого? Всего завода. Садись, садись, садись. Ты чё, ты не понимаешь даже, да? Ты ж мой пропуск в мир досрочного новогоднего алкоголизма. I don't understand. Сейчас поймешь. Ну-ка, давай, да-да-да. Так, 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 так. Так, я не поняла. Ты что, пьешь что ли уже? Это кто такой вообще? Тамар, ну что ты начинаешь, а? Ну это американец, ну. Кто? Ну Джон, я тебе рассказывал, американец у нас на заводе работает, роботизирует линию нашу. Это что? Да. Добрый кречет. Простите, пожалуйста, в это, drink, where are you from, happy new year, как говорится, в это. Дим, ты елку тогда наряди, Новый год скоро, все, давайте, сейчас я. Понял? Был бы ты с бригады моей, ты не то чтобы drink, по ушам бы получили оба, и все. А у меня дипломатический иммунитет. Точно? Ну, давай, как говорится. Ну что, сказали, так. Куда ты лезешь-то? Ты чё? Что? Как дикий-то, я не знаю. Почему? Почему, почему? Ложкой, главное, на тарелку. Надо закусить, вот так вот взял вот пальцами из общей. Раз и всё. И расправил, как будто так и было. А-а-а. Потому что что, не сели же? Ну ты чё? Я понял. Ну что, будем наряжать ваша елка? Да, да, ты это, вот, возьми. Распутай пока гирлянду. И я, короче, с этими... О, игрушки раньше были. О, смотри, какой танк, блин. Танк? Ракета. О, я помню еще в детстве. Да. Самолет. Послушай, Дмитрий, а кто так сильно запутал этот гирлянда? Это я запутал. Почему? Настроение такое было. Какое? Апрельская. В смысле? Ну, в смысле? Да уберу я елку! Че ты орешь уже неделю? Еще один вопрос. А зачем нам вата под елка? А, это... а, я понял! Я уже был один раз на русский праздник, называется свадьба. В конце вы будете бить друг друга морда. Да ну, че. И ты будете говоришь? Прикладывать вата к лицу. Соседи, с Новым годом! А че сидим, че не празднуем? С Новым годом! Так, уже Новый год? Чё? Да нет. Мы по новокузнецкому времени отмечаем. Ты чё? Мы ж с Новокузнецка переехали. Давно? Да лет 40 уж как, и всё. Вы что, никак не можете забыть? Ты чё, братан? Новокузнецкого не забыть. Слушайте, чё-то скучно у вас. Пойду к Харитоновым. Да бесполезно. А чё так? Они с 3 часов отмечают. Они же с Владивостока переехали. Ну? 10 лет назад. Там уже в санях все. Ух ты, давно в санях не катался. Так, ну, ты понимаешь, у нас же Новый год, он как у вас Рождество. Он, ну, как бы, праздник мира и добра. Понимаешь? Мира и добра. Да. Поэтому у вас на елка танк, ракета и самолет. Смотри, вата тебе по назначению сейчас пригодится. Ага. Так, еще одно. Ты это принесла? Так, я не поняла. Дима! Может, мы прекратим вот это, немножечко оборот избавим, а тут Америку раньше времени победишь.
Что-то кончился твой дипломатический иммунитет-то быстро? Ну что, смотри. 1, 2, 3. Сюрприз найди. Вот для чего ватта нужна была. Маскировка. Это самогон. What? Handmade. Self. Селфи-водка. Самогонка! Я понимаю, самогонка, хорошо. Давай. Так. Ну, давай. С Новым годом. Опа. И не говори, что это плохо. А кто-то после этого еще что-то говорит? За стол надо садиться вовремя вообще. За полчаса до речи президента. Почему за полчаса? Это уже годами выработано, понимаешь? Если сядешь раньше, чем полчаса, можешь не дожить до речи президента. Сядешь позже, чем полчаса, трезвым тебя вообще эта речь президента вообще не зайдет. Я понял. Соседи, есть у вас батарейки? Не, у нас только жидкие, вот, заправляемся. Да нет, нет, обычный, вот, для пульта. А то там ирония судьбы начинается, а у меня пульт сел. А вы не смотрите этот фильм? Ты что, не русский, что ли? Конечно, смотрел. Сколько раз? Ну, сколько мне? 45, значит, 45 раз смотрел. Хотя нет, 42 раза смотрел, а первые 3 раза только слушал. А точнее, 41 раз смотрел, 3 раза слушал, а 1 раз в армии на табуретке пересказывал. Что-то скучно у вас. Пойду я к Харитонам все-таки. Они сейчас в таком состоянии, у них не только пульт, у них телевизор отжать можно. Ну давай. И что мы вот сюда сейчас поставим? Дима, я не поняла, ну что такое-то, Дима? Тамара! Ну, миссис Воронова! Ладно, все, давайте садиться по-человечески. Давайте, накладывайте. А это что за жижа? Это холодец. Холодец? Да. Пробуйте, пробуйте, no, давайте. No. Что? Я уже целый год на русский завод. И знаю, что все, что заканчивается на дец, не очень хорошо. Что? Как нехорошо-то, я его 10 часов варила. 10 часов варила и не доварила. Ты не нарывайся на международный скандал-то. Ты что, у нас и так с вами не очень отношения. Анекдот, как говорится, политический. Значит, Яна Чурикова и Яна Рудковская приходят к Трампу. Ну, он к ним, конечно, подкатывает. Они такие: не-не-не, мы не такие, вообще, руки прочь. А он говорит: «Янки, go home». Понял, да? Американец говорит: «Янки, go home». Смешно. Я голосовать за Трамп, не смешно. Слушай, ну ты же как бы вроде не женатый, что, нашел у нас какую-нибудь янку себе, нет? Да нет, как-то все не до этого было. Ой, ты смотри, сидит, молчит. Сейчас мы тебе устроим все. Алло, Свет, а приходи к нам праздновать Новый год. А, в Челябинске. Блин. Да, да. Так у нас вон американец сидит, тут не женатый. Да, сидит. Алло, алло. Трубку бросила, смотри, что. Это и есть Светлана? Нет, это Иланка, астматичка. За солью пришла. На. Спасибо. Давай. Ага. Светка-то у нас из Челябинска. Ей сколько еще? Минут 10 до нас добираться. Так что давай, тебе надо подготовиться. Нет, да. Мне уже хватит. Ты Светку не видел, а я видел. Это надо, давай. Прикиньте, соседи, во всем доме только жидкие батарейки. Ух ты. Я что подумал? Я, наверное, у вас иронию судьбы посмотрю. Так у нас телевизор не работает. Так а зачем мне телевизор? Под Новый год в каждой российской семье своя ирония судьбы. Ай ты. Лифт. Извиняюсь. Да, и из лифта начинает растекаться сервис, сладкий, как вальс из Рауса. Че? Вальс из Рауса. Что? Фуги Баха.
В элитных домах Уралмаша лифты оснащены писсуарами. Так, что у нас вот на титуле? Ага, 9-й таз носик, 8-й подбородок, 7-й второй подбородок, 6-й титечка. Так, с 5-го по 1-й все животик, сложновато. Я вам говорю еще раз, я вам русским языком объясняла, что въезд во двор с другой стороны, ну это же ваш трудовой интернет не понимает по-русски, не бельмеса, да? Высадил меня, как десантника, на кусты. А что, десантник неужели? Тамара Игоревна вообще-то, между прочим, да? Да не помню, как я его зовут, да? Там местогласный какой-то салат. А, да, салават. Подождите, я сейчас перезвоню, у меня тут инопланетный контакт. Здрасте. Зачем мне два раза говорить? Я и так прекрасно все слышу. Ну тогда слушайте. Уважаемая зельчиха, зелица, прозывательница. Зительница. Уважаемая зительница, сегодня вместе с вами мы открываем новую счастливую страницу в истории вашего дома. Сегодня, потому что у вашего лифта появилось лицо, харизма и голос. Голос, который спрашивает, на какой этаж? Чё-то с утра день не задался вообще. Не, ну почему, чё не додался, кто такую королеву обидел? А ну-ка рассказывайте. А куда про таких звонить-то? Я даже не знаю. Да не надо никуда звонить, вы чего, все наладится. Вот у меня случай как-то был, короче, бац, просыпаюсь ночью от удара, да? Короче, чувствую в миске, думаю, ну все, сура, нашли тебя эти ребята из магазина «Шестерочка» за те крабовые палочки. Короче, я начинаю ползти, оп, упираюсь. Смекнул, я в багажнике, думаю, ну капец, везу тебя, сура, на мост, сейчас с моста в реку, и все, будешь ты кормить краба за эти крабовые палочки. Короче, я давай орать, что есть мочи, ору! А злоумышленники ноль внимания, представляете? Я, короче, ору, все горло сорвал. Хорошо, что соседи вызвали полицию, оказывается, этой ночью в пододеяльнике запутался, с кровати упал. Так что все наладится, не переживайте. Может, нас проклял кто? Да вы чего, наоборот, вам очень повезло. Вас в дом включили в программу «Доступный концерт» в каждый лифт. Итак, на какой этаж поедем? Затылочек узко или по животику прокатимся? Какую программу еще? Реабилитация слабоумных, что ли? Ты чей-то родственник, что ли? Я не могу понять. Ты родственник чей-то? Там что, в администрации тепленькие местечки закончили, они все в народ пошли, что ли? К людям нормальным. Ты давай езжай туда к себе этим, скажи крахоборам, что председатель ТСЖ ничего не знает, ни про какую программу вообще. Ну как это не знает? Как это не слышали? Вы чего? Я за вам только что рассказал. А если говорите, хорошо слышите. А, скрывайте возраст. Что? А вот, еще раз тогда. Сура, вас лифтовой консьерж, попутчик и собеседник. Приветствую. Чаевые приветствуются, можно по номеру телефона, но лучше наличкой. Что, не услышали? Да мне даже слушать ничего не надо. Тут же по лицу все понятно. Из тебя консьерж, как из меня фея крестная вообще. Тоже мне. Да ладно, чего так завелись? Давай, освобождай лифт от перегруза, быстро! Да подождите, женщина, зря вы вот так, потому что у нас серьезная компания, серьезнее, чем вакцинация. Да, у нас девиз «Лосось». Знаете, как расшифровывается? Короче, общение, скорость. Думаете, почему два раза? Потому что мы ездим и вверх, и вниз. А «Л» что обозначает? Лоботомия. А «Л» — лишняя. В этом слове. Ладно, да стой, я все рассказываю. Как говорится, давайте просто пробовать, понимаете? Лучше один раз увидеть, чем 7 раз не увидеть, да? Давайте, прошу женщину, на выход пока. Я не женщина, это Тамара Игоревна. Тамара Игоревна очень хорошее имя. Намного удобнее, чем Светлана Святославовна. Ну что, вот Тамара Игоревна, представьте, приходите вы домой, да? И вдруг открывается лифт. Извиняюсь. Да, и из лифта начинает растекаться сервис, сладкий, как вальс из Рауса. Че? Вальс из Рауса. Что? Фуги Баха. Вот, все, дверь открывается. Добрый вечер, Тамара Игоревна. Ну, на какой этаж будем возноситься, богиня? Алло. Служба отлова бродячих собак?
Это представитель ТСЖ Куйбышева 21, да. Ну, опять ваш случай, да. Ну, кабель. Ну, крупный, крупный, да. По третьему подъезду бегают возле лифта, да. Давайте ждем. Да подождите вы, ну чего так? Давайте спросим мнение диспетчеров. Каких диспетчеров еще? Ну, диспетчеров. Вот с кем они предпочтут разговаривать? Да? С человеком, который застрял в лифте и паникует на всю катушку, ну типа «Помогите, спасите, я тут застрял, боже, как страшно, я тут один, я уже начал писить по углам и начинаю жечь кнопки». Поняла, я поняла. Вот. Или с человеком, разговаривающим с ними на одном языке, да? Что это? Что это? Что это? Что Пошел отсюда, давай. А вы чего? Это же устное самоуправство какое-то. Необходима самооборона. Вы хотя бы за другое ухо беритесь, это у меня и так больше. Это, можно подумать, единственная твоя проблема. Урок ты непропорциональный. Подождите, давайте успокоимся. Давайте просто посмотрим на всю эту ситуацию под другим углом. А тут под каким углом, не смотри, все они у тебя тупые получаются. Да блин. Ну все-таки, я настаиваю. Понимаете, эта ситуация, она требует мониторинга. В смысле, какое удобное слово? Мониторинг. Намного удобнее, чем Светлана Святославовна, да? Итак, мониторинг! Мониторинг! О, какой-то жилец идет. Ну, жилец он или не жилец, мы сейчас узнаем, что он скажет сначала. Добрый вечер. Здрасте, здрасте. Мы рады приветствовать вас в нашем доме, оснащенном суперсовершенной новейшей системой конфетной... Видите, какая сложная работа уже на стадии названия, блин. Какая... какая нелегкая работа на уровне названия. Консервмента лосось, да? Пожалуйста, прошу в лифт. Как приятно, когда в лифте вас встречает такой приветливый консьерж, не правда ли? Да, как вас и дела? Как прошел день? На какой этаж будем возноситься на суетой жизни? С таким потрясающим сервисом я готов прокатиться по всем этажам, снизу вверх и сверху вниз. А ты кто такой вообще? Стремянка ты с ушами. Я проживающий. Слышь, проживающий. Я в этом доме, кажу, тварь знаю. Тебя что-то на этом ковчеге не наблюдала раньше. Родители, ничего, может быть, товарищ пришел в гости. А, гость. А знают люди, кому ты в гости пришел? Искать тебя будут, нет? У тебя какое ухо поменьше, какое побольше, а? Женщина, перестаньте мне угрожать. Действительно, женщина, вы чего? Женщина в автобусе на следующий выходит. Это Мара Игоревна. Страхи. Ужас этого дома, понятно? Слушай, я тебя предупреждал. Гриса, Гриса, это жестокий рынок услуг. Будь готов ко всему, знаешь. О, спасатели приехали. Спасите, помогите! Ну все, женщина, приплыл вас ковчег. Короче, я сейчас посажу вас за устной харассмент, понятно? Будете знать, как... Гриса, она что, узалила меня там? Шура, подожди. Похоже, на тебя охотятся какие-то эти аборигены. Ну вы что так долго ходите-то, я не знаю, что так едете долго? Я чуть грех на душу не взяла. Давайте грузите их своим собакам, этих лососевых. Давайте. Наша машина, идиот. Я ее продал, Надя. Я ее продал и взял 2 тонны эхиноцеи со спирулиной. Он что, диван продал? Надежда, Надя, Надь, я ухожу.
Куда ты уходишь, Мясников? Надя, я ухожу в другую семью. В какую семью? В большую дружную семью сетевой компании «Здоролайф». Куда? В какой «Здоролайф»? Ну в какой «Здоролайф»? В семью эксклюзивных представителей товара для здоровья, Надя. Ты что, совсем сбрендил? Мы твоя семья, придурок. Я и трое твоих детей. Надя, меня предупреждали, что ты так скажешь. Но ты не остановишь меня, Надя, на пути к успеху, процветанию и здоровью. «Здоролайф»! А с чего ты взял, что ты здоров? Надя, ты видишь этот бейдж? Это бейдж здоровья. Видишь, он желтый, значит, я здоров. Если бы он был красный, я бы был нездоров. Mm-hmm. Он желтый, Надя. Где наша машина, идиот? Я ее продал, Надя. Я ее продал и взял 2 тонны эхиноцеи со спирулиной, которые нам помогут разбогатеть. У меня есть цель, Надежда. У меня есть цель. Я хочу попасть в список Forbes. Нет никакого списка Forbes. Есть список Forbes. Надя, у нас свой список. У нас свой список, и от лидера меня отделяет всего 600 человек. И что будет, когда ты станешь лидером? У меня будет кепка лидера, Надя. Я смогу вылечить всех наших родственников. После того, как ты им продал каждому по коробке зубной пасты, у нас больше нет родственников. Они не отвечают на звонки, а многие поменяли место жительства. Надя, потому что это паста Дендротуф. Она расширяет сознание, это растительный мозговой модулятор. Где наша машина? Это меня тормозило, Надежда, это тормозило нас. Теперь мы свободны, теперь мы можем спокойно продать 4 тонны пюре с пергой. Какой черту пергой? Надежда, перга. Это будущее. Пюре с пергой. За этим будущее, Надежда, не за интернетом, за пюре с пергой. Ты понимаешь, скоро все соцсети исчезнут, будет только пюре с пергой. Осознай, Надежда, здоровай. Во что ты одет? Где твоя одежда? Надя, я ее сжег на тренинге чистоты. В костре здоровья мне дали это. Одежда не главное, Надя, это все оболочка. Ты пойми, ты просто пойми это, понимаешь? Мы единственные распространители водорослей в Кыштыме. Ты понимаешь? Мы единственные предлагаем коктейли из волокон бобуа. Дома жрать нечего, какие бобуа? Как это нечего? У нас 300 килограмм пасты Урбич. Кушай пасту Урбич, кушай киноа в брикетах, Надежда, вот, грызи. Куда ты потащил телевизор? Надя, Надежда, мне это нужно, мне не хватает 80 баллов. Мне не хватает баллов дольщика, сокращенно долбаллов. Мне нужно либо до утра привезти 16 человек, либо просто принести телевизор. Какие еще долбаллы? Обычные долбаллы, Надежда, это нормальные долбаллы. Отдай телевизор. Дурак. Надежда, если бы я был дурак, я бы оставался на сапфировом уровне. А я уже аквамарин. Где мой телефон? Зачем тебе телефон, Надя? Мне надо позвонить в скорую помощь. Не надо никакой скорой. Вот тебе тюбики с клетками женьшеня. Купи у меня 3, я закрою этот месяц. Либо чай матча. Какой к черту матча? Вот этот вот чай, Надежда, возьми. Вот. Ты с ума сошел. Ты все из дома вынес, ты все продал. Вчера ты бегал по улице в одних трусах. Надя, это трусы богатства. Мне понадобилось 4 месяца, чтобы купить эти трусы. Они с магнитной лентой, которые притягивают деньги. Да. Но притянули они почему-то только ментов на УАЗике. Потому что они сползли, Надя, и оголили точку энергетического пучка. Ты понимаешь, в чем дело? Понимаю. Я понимаю, тебе надо лечиться. Надя, я уже излечился, мне помогло вот это. Что это? Вот. Что? И тебе поможет, Надя. Что это? Раньше мое сознание было внутри пальцев, а сейчас оно снаружи. Надя, сделай так же. Надюша, сделай так же, скажи «Здоролайф». К черту иди отсюда! Тебе нужно на семинар Светозара по управлению сознанием. Ты должна посетить этот семинар, Надежда. Так я сейчас позвоню в полицию. Не надо в полицию, Надежда. Они ничего не покупают. Даже чипсы из прессованной ряски, они это не берут. Так, звони все школы, учителей, предложи им сироп из топинамбура. Сейчас я посмотрю, где он, Надя. Слава. Что? Устройся на работу, нам нужны деньги. Надя, да как ты не понимаешь, на этом этапе деньги не главное. Главное рост уровня аккредитации. Надя, только твоя тупость стоит между мной и бриллиантовым статусом. Так, ладно, все хорошо, я поняла. Я тоже хочу пойти с тобой. Правда? Да, я тоже хочу такой же бейдж, как у тебя. Бейдж здоровья, Надя. Да. Это очень хорошо. Это вот тебе нужно посетить семинар Светозара управлением сознанием. На, кушай пасту Урбич, Надежда. На, грызи. Отведи меня на семинар.
Светозару. Да, отведи, покажи сделай мне самого главного. Сделай так, Старолайф, Старолайф. Мы идем к Светозару, Надежда. Покажи мне самого главного. Я покажу, Светозар. Да. Он сидит в тюрьме пока. Пойдем Бутырки дождемся, всего 3 года. Ждемся. Пойдем, зачем тебе топор? Я попаду в тюрьму. Все, пойдемте. Я до него дойду. Светозар, мы идем к тебе. Светозар! Нужен твой битый москвич 69-го года. Да, погоди, найдется какой-то лошара и купит. Я же в прошлом году купил. Чем бы дитя не тешилось, все равно родители еще в какую-нибудь секцию отдадут. Папа, может, хватит? Я тебе дам, хватит. Давай, играй. Играй, играй. Я больше не хочу. Играй давай. Отец, ну что ты в самом деле, а? Чё? Ну пускай ребенок пойдет на улицу хоть поиграет. На какую улицу? Ты что, новости вообще не смотришь? Что? Наши российские дети выиграли в компьютерной игре 18 миллионов. Чего? Да ничего, а долларов. Так, Елисей, отец сказал играть, значит надо играть. Давай, 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 играй. Ты еще смотри, у меня даже 18 часов не играешь. Давай, играй. Папа, я больше не хочу. Да ты толком-то и не играл. Давай, играй. Папа, я уже 7 мышек стер. Я не понял, ты что, хочешь, чтобы я тебя обратно в бальные танцы отдал? Уже почти да. Так, сына, я тебе сюда покушать принесла, чтобы ты не отвлекался. Вот. Мама, я на улицу хочу. Я уже 3 дня на улице не играл. Точно, улица. Как я забыл-то? Чего? Надо ноутбук купить. Зачем? Ну, чтобы он на улице не отвлекался, а играл там еще. Ой, слушай, 18 миллионов. А это на скольких? На 5. А это по сколько на каждого? 3 600 000. Я не понял, ты что, опять математику в тихушку учил? Ну как, мать, все, иди, давай, играй, играй, не отвлекайся, давай. Ну что вы мне внука-то мучаете? Пусть идет на двор, погуляет. А эти ваши 18 миллионов – все обман. Вот когда ты мне сказал, что в игре волк ловит яйца, если я наберу 1000 очков, там будет мультик, вот это обман был. А тут все по-настоящему. Давай, играй, играй. Папа, может быть, я пойду уроки учить? Пока нормально не сыграешь, никаких тебе уроков. Ты че? Елисей, ну на тебя только одна надежда. Вот выиграем кучу денег. Будет кому в старости мне стакан с водой принести? А какая связь? В смысле? Ты что думаешь, я за такие деньжищи не найду, кто мне стакан с водой принесет? Ну и тебе опять лишний раз не нужно заморачиваться. Ну что вы, серьезно, скоро вы? Чё? Мне надо на сайт для взрослых зайти. Опять на сайт госуслуг? Ну, почти. Москвич свой хочу продать. Да не только ты хочешь москвич твой продать. Весь двор хочет, чтобы ты его продал. Кому только нужен твой битый москвич 69-го года? Да, погоди, найдется какой-то лошара и купит. Я же в прошлом году купил. Еще. Что еще? Поговорите еще, а то у меня уже руки сводят. Ты понял, дед, а? Да. Вот пока мы с тобой разговаривали, какой-нибудь хитрый китайский мальчонка уже алчно глядит в сторону наших денег. Давай, давай, Елисейка, тренируйся. Тебе всех в мире нужно выиграть, чтобы все знали, какой Елисей Исаев крутой. Все будут твое имя знать. Не будут. Я не понял, а что за пессимизм-то такой? Никто геймеров по именам не называет. У них у всех ники. Ох, как! Ники? Ну давай, значит, тебе какой-нибудь ник придумаем, такой замороченный такой. Во всем мире, говоришь, будут знать? Ага. Я знаю, какой тебе ник нужен. Записывай. Продам москвич. Телефон. 8-8. Да ну прекрати ты. Да-да, входите. А Алексей выйдет гулять? Это что у вас, учебники? Да. Физика? Да. Фартовые. Фантовые. И твердых тел. Чего? Пап,
папа узнал, что школьники, победившие на международной олимпиаде по физике, получили по машине. По машине? Всего-то? Вот лохи! Как это лохи? Это что, папке машина нужна? А ему, случайно, москвич не нужен? А ну-ка, пойдем, папку покажете, я с ним поговорю. Давай, Елисейка, давай играть, давай. Папа, я устал. Ну что ты реально к ребенку-то? Давай, Елисей, сегодня можешь поиграть только, ну, давай, до 11:30. Сегодня Новый год все-таки. Елисей, ты мне лучше расскажи, что ты загадаешь на Новый год? Дорогой Дедушка Мороз, когда я в прошлом году у тебя загадал, чтобы папа разрешал мне подольше играть в компьютер, я не это имел в виду. Сынок, а что ты хочешь, чтобы Дедушка Мороз тебе подарил? Томик Шопенгауэра. Зачем? Чтобы за чтением осознать несправедливость этого мира. Сына, а что ты загадал? Может, нам расскажешь все-таки? Не скажу, а то не сбудется. Сынок, ты пойми, мы с мамой желаем тебе только добра. Да? Мы хотим, чтобы ты заработал много денег. Папа, ну можно я тогда хотя бы не в сапера буду играть? Это что такое? Что такое случилось? Все, хана, авария походу. Во всем квартале свет вырубился. Спасибо, Дедушка Мороз, что услышал. Я думал, что после того случая, когда она на масленице чучело взглядом подожгла, к нам вообще никто не приедет. Под Новый год у аниматоров так много работы, что они возят с собой реаниматоров. Натаха, там, короче, че? Во дворе детей капец просто какой-то вообще. Яблоку негде упасть. Ты что, в детей яблоками кидался? Я же в ответ. Класс. У нас вообще в детстве было самый кайф. Засандалить этому Деду Морозу снежком в глаз. Зачем это? Ну, зато на следующий день видно, чей батя ходит с фингалом, тот и был Дед Морозом. Ты чё? Слушай, ну чё они не начинают-то? А где Дед Мороз со Снегурочкой? Где эта самая Тамара Игоревна? Блин, вот интересно. Я, кстати, вообще удивился, что она, как она нашла Деда Мороза со Снегурочкой? Я думал, что после того случая, когда она на масленице чучело взглядом подожгла, к нам вообще никто не приедет. Оль, во-первых, не пари чушь, а во-вторых, ты прав, никто не приедет. О, что, даже уже сказочные герои поняли, что она чудовище. Оль, ну серьезно. Не, ну что, ну серьезно, я вообще не представляю, кто добровольно будет Дед Морозом во дворе, где Тамара Игоревна, председатель ТСЖ, ну серьезно. Он наверняка во всех агентствах праздничных, наш двор, у них на карте отмечен черепом с костями вот так. Да, интересно, что же она теперь будет делать без Деда Мороза и Снегурочки? Коль, ты меня любишь? Так. Погоди-ка, на древнеженском... Это означает, сделай ради меня какую-то дичь. Мама звонила. Так и говори, звонил главный поставщик дичи. Коль, в общем, она тебя просит быть Дедом Морозом. Нет, мой ответ нет. Ну, она очень просила. Мой ответ очень нет. Ну, Коль, ну мама нас постоянно выручает. Но надо ее тоже выручать иногда. Тамару Игоревну выручать? А зачем выручать женщину, которую, когда ее змея укусила в лоб, сама себе яд отсосала? Коль, ну она все равно заставит. Наташа, ну хорош, ну какой из меня Дед Мороз? Я последний раз с ребенком, когда общался, сказал ему, из-за тебя перегруз, и рукой его вот так из лифта вытолкнул. Ну, зайчик. Ну, зайчик, ну, пожалуйста. Не. Ну, ради твоей белочки. Да, блин. Че ты? А если зайчик побудет Дедушкой Морозом, белочка пригласит его в свой теремок. Ну, блин.
Не, ну если только ради теремка, что я... Согласен? Ну да, согласен. Да. Костюм надевай тогда. Вот так, да? Чё, сначала костюм, Дед Мороз, потом уже теремок. Давай. Понятно, как обычно. Надевай. Смотри, на, надевай. Очень красивый Дед Мороз получается. Очень красивый. Ты давай переодевайся в Снегурочку-то. Так не я ж буду Снегурочкой-то. А кто? Коль, ты лучше сядь. Наташа, ты только не говори ко мне, пожалуйста, что Снегурочкой будет... Ну чё, он готов? Тамара Игоревна, вы чё, ку-ку? Вы в курсе, что Снегурочка — это внучка Деда Мороза, а не наоборот? Рот заморозь свой. Не, ну серьезно, ну пусть Наташа побудет Снегурочкой. Чё? А чё ты? Чё, ты сомневаешься в моих актерских способностях, что ли? Я, между прочим, в молодости в студенческом театре Сталина играла. Понятно, товарищ Николай? Понятно. Понятно, что вы из образа до сих пор не вышли. Усы вон даже не до конца сбрили. Все, все, вижу, это тень от носа просто. Слушай, тень от мужика, давай, бери мешок и пошли со мной, давай. На, подарки здесь. Так, короче, только давайте-ка кое-что обсудим предварительно. Ну? А что вы там обещали аниматорам? Я аниматорам обещала найти их и бошки им поотрывать, понятно? Не, я имею в виду, что по деньгам? Да, Николай, ну что ты, ну мы же родственники почти что. Для тебя все бесплатно. Вот, Наташ, знаешь, вроде как будто она все правильно сказала, но все равно такое ощущение, что она меня обманывает. Бери давай мешок и пошли уже, давай. А что тут подарки-то как давать? Что ты, Николай, ты тупой, что ли, я не знаю? Просто достаешь-то, там все подписано. Все подписано. Достаешь там, что? А, ну вот. А как я узнаю в толпе, кто из них Назар Ершов? Ну ты точно тупой, вообще не знаю. Просто говоришь-то громко. Эй, 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 а ну-ка, Назар Ершов, выйди, получи подарок, ну. А если вместо него другой мальчик выйдет какой-то? Да я знаю маму Назара Ершова. Другой мальчик два шага не пройдет, ляжет там сразу. Ну все, пошли давай. О, давай. А аниматоры-то приехали, что ли? Я не поняла сейчас. Что, ты что-то страшное увидел, что ли? Не поняла. Фу, да нет, Тамарочка, я просто на минутку переместился в тот студенческий театр, где ты Сталина играла. Пап, ну у нее же, наверное, другой костюм же был. Да нет, этот же и был. Там постановка была «Новогоднее приключение Сталина». Так, значит так, давайте порепетируем еще. Значит, сначала выхожу я. Значит, я выхожу такая, значит, такая. Здравствуйте, детишки! В шубках и пальтишках собралась детвора. Новый год встречать пора. Наташ, а твоей мамой может быть вот эта женщина? Ну, блаженная чуть-чуть просто. Что ты думаешь? Я только орать могу. А вот все нормально, вернулось. Так, еще нам нужен танец там. Танец. Чего танец? Какой танец? Ну какой тебе гравитация позволит такой танец? Давай, давай, вот так. Ну как? Ну такой в стиле ЖКХ. В смысле? Ну танец холодной и горячей воды. Понял. Так, ладно, без танца, давай. Подойди-ка к окну. Ну? Смотри. Видишь? Ой-ой, я сейчас сам. Запомни, если что-то пойдет не так, нас затопчут эти маленькие безжалостные ножки. Понял? О, Тамара Игоревна, никогда не думал, что это скажу. Можете взять меня за руку? Пойдем. О, даже не жжет. Пойдем. Давайте там, аккуратно только. Да уж. Удачи! Ти-ти-ти. Ух ты, смотри, сработались. Что-то там говорят, танцуют, детишкам нравится, смотри. Вообще прикольно. Пап, я даже рада, что аниматоры не приехали. Вообще-то приехали. В смысле? Тихо! Немножко осталось. Я сказал же, двойной гонорар, потерпите. Пап,
Ты чего их связал, чтобы Коля с мамой подружились? Ну, и вместе работали? Да. Пап, ты такой молодец у меня. Вообще, это круто придумал. Они же теперь будут настоящие друзья до самой смерти. Да? Надеюсь. Тамара Игоревна! Иди сюда! Скотина! Я там сейчас, а ну-ка, внученька, плесни-ка мне коньячку. Я замерз. Замерз, я сейчас разморожу кипятком. Так за жизни под себя таять будешь. Тамара Игоревна! Иди сюда, урод! Тамара Игоревна, успокойтесь. Иди сюда, сказала. Помогите! Это что такое? Мама, мама, сильно не переживай, это все папа. Сейчас я все объясню. Пошел, ты знаешь, куда со своей объясню? Да куда? Что ж такое-то? Объясни мне! Спасибо, что приходите на наши мини-спектакли. Если вам, например, там вот Дед Мороз уже приготовил там раскраску и альбом для рисования, что вы делать-то будете тогда? Мы тогда в этом альбоме нарисуем тетю, которую позавчера видели с папой, и маме покажем. Папа, а что мы делаем? Максим, мы соблюдаем древнюю российскую традицию. Распутываем гирлянду. Можно же ее аккуратно сворачивать, когда елку убираем. Нельзя, Костя, нельзя. Потому что складывать гирлянду комком – это еще одна российская традиция. К тому же, когда мы убираем елку, там уже вообще не до гирлянды. Там нужно уже картошку сажать. Папа, ну мы уже второй день сидим. Ну и чё? Есть люди, которые и дольше сидят, и не с гирляндой, а варежки шьют, и шахматы из хлеба лепят. Так что нам повезло. А может, мы не будем ее развязывать? Почему это? Ну ты же когда развязался, только хуже стало. Ну ладно, чё уж ты, ну ладно, чё. Я зато, когда развязываюсь, я тоже фонариками разноцветными свечусь. И здесь у меня, и везде. Может, просто ты развяжешься и елку обнимешь? Ну, а у меня где фонарики-то? А где у меня будут? У меня же не будет фонариков, ну. Не переживай. Мама тебя увидит, и у тебя появятся фонарики. Нет, давайте все-таки попробуем распутать. Ну, зачем эти крайние меры? Не надо. А откуда у нас эта гирлянда? О, это такая история интересная. Мне она от отца досталась. А отцу от деда. А деду? А дед у нас на гирляндовом заводе работал. Он оттуда ее и украл. Он же себя обмотал ей и через проходную гирлянду пронес. Вот, так что с тех пор мы ее распутать и не можем. Кстати, вы аккуратно распутывайте, там, возможно, дед где-то может попасться. Папа, а какой год наступает сейчас? Ты что, не знаешь, что ли? Год тигра. По всему миру год тигра? Да, по всему миру год тигра. А на нашу страну какая часть тигра приходится? А ты сам-то не видишь? Она даже нависла. Это часть. А почему у нас елочка такая маленькая? Это я размер подарков от Деда Мороза ограничил. Но мама его обошла. Она у Деда Мороза сережки попросила. Папа, а мы знаем, что у Деда Мороза на Новый год попросит. Ну и что вы попросите? Планшет 11 Pro Max и телефон 11 Pro Max. О-о-о. А если вам, например, там вот Дед Мороз уже приготовил там раскраску и альбом для рисования. Что вы делать-то будете тогда? Мы тогда в этом альбоме нарисуем тетю, которую позавчера видели с папой, и маме покажем. Ага. А как вы там говорите, планшет-то называется? 11 Pro Max. Я запишу, и Дед Морозу покажу. Вдруг он там, пока не поздно, займет у кого-нибудь. Или кредит возьмет.
А что ты у Деда Мороза на Новый год попросишь? Ну, сейчас, наверное, уже попрошу, чтобы Деду Морозу кредит одобрили. Ну, а уж лодку на будущий год, наверное. А ты сейчас лодку попроси. Ага, сейчас лодку попроси. Дед Мороз-то, он, наверное, не депутат. А поди, а слесарь какой-нибудь третьего разряда? А мы думали, дедушка не работает. Если и дедушка работать не будет, вам некого будет в вашем альбоме для рисования рисовать и маме показывать. Все, забудьте. Работает дед. Папа, а салют будет? Салют? Не. Я в этом году решил не смешивать. Хотя и в прошлом году так решал. В общем, как пойдет. Папа, а может мы комочком эту гирлянду на елку положим? Ну и все. У нас много что так лежит нераспакованное. И тумбочка, и кровать, и шкаф. На кровати уже нужно картонку менять. Ты на нее чай разлил. Ну что, ну поменяй эту картонку. Зато папа, знаешь, сколько на сборке сэкономил? 200 рублей! 200, вдумайтесь в цифру-то! А эти коробки как стояли 2 года, так еще постоят. 200 рублей! Вот так. Папа, да ну и эту гирлянду. Мы ее распутать не можем. И деда там никакого нет. Как это нет? Есть! Есть! Нет! Я сам распутался. Просто у меня талончик в поликлинику подошел к терапевту. Я еще это его после Олимпиады 80 брал. Как раз на январь 2022 года. Вот мое желание и сбылось. Теперь давайте вы загадывайте. А правда, давайте загадаем, ребята. Давай, Максим. Я хочу, чтобы в новом году у всех детей были мама и папа. Молодец. А я хочу, чтобы все дети получили от Деда Мороза те подарки, которые они загадали. Это тоже правильно, Костя. А я хочу, чтобы в новом году наконец-то ушел этот дурацкий вирус, и все были здоровы, потому что это самое главное. А еще, чтобы все родственники собрались за одним большим новогодним столом, потому что Новый год – это семейный праздник. Будьте здоровы. Давай теперь ты. А я хочу, чтобы меня током не било. Только гирлянда коротит. Давайте все вместе скажем «С Новым годом!» С Новым годом! Бежим, ребята! Деда током бьет! Какое выступление, что? Воткнул и все. Воткнул и все, голубчик. Это как вы появились на свет. Мальчик в костюме рыбы весь утренник молчал. Так, Антон Петрович, вы все подмели? Да, все подмел. А что за кипиш-то? А вы сами не видите, какие машины во дворе стоят? Сегодня у нас в детском саду будет очень важный утренник. Все должно быть идеально. Елочка наша горит, вы проверяли? Да, все проверил давно уже, все нормально. Ой, неспокойно мне. Сегодня на елке будут сын губернатора, сын криминального авторитета, дочь главврача больницы, внук начальника морга. Понимаете, да? Если что-нибудь пойдет не так... Цепочка для нас уже выстроена. Что вы молчите, как водки в рот набрали? Что вы на меня кричите-то? У меня все готово, а что? Как обычно, при словах «елочка, гори», я включаю розетку и все, что? Нет, Антон Петрович, голубчик, елочку включать будете не вы. Как это? Понимаете, мы не можем так рисковать. Сегодня очень ответственный утренник, поэтому я пригласила специалиста. А будьте любезны, войдите. Разрешите представиться,
Профессиональный включатель елок Аполлинарий Поликарпович Втыкайло. Жизнь представится профессиональный двигатель мусора Антон Петрович. Юноша, понимая ваш сарказм, да вы бы занялись своей профессиональной деятельностью, пододвинули себя. Че? Ну что, мы будем лясы точить или будем готовиться к моему выступлению? Угу. Какое выступление? Че? Воткнул и все. Воткнул и все, голубчик, это как вы появились на свет. А я творю. Да-да. Ольга Петровна, ну что, давайте к делу. Где моя гримерка? А у нас нет гримерки. Вы еще скажите, что у вас нет костюмерной. Нет, у нас все здесь. Бедлам. Ладно, тогда хотя бы покажите, где мое рабочее место. Да-да, конечно. Вот, вот вилка, вон розетка. Mm-hmm. Прошу вас, творите. Mm-hmm. Ольга Петровна, ну все, мы готовы. Здравствуйте. Прекрасно. Только давайте все на этот раз по сценарию. Помните, как в прошлом году? Да-да-да, помним, нам говорили, прошлогодний Дед Мороз вместо зайчик-попрыгайчик сказал зайчик-попугайчик. Посадили за клевету. Вот именно. Поэтому в этом году без самодеятельности. Да-да-да, все покупное. Ольга Петровна, я могу начинать аккомпанировать? Да, Ксения Андреевна, начинайте. Хорошо. Ну все? Снегурочка. Я пошла? Давай, дочка, иди. Куда ты побежала? Меня там дети ждут. Так вот и дай этому ожиданию разгореться. Бред какой-то. Что там у нас? Самодеятельность. Ну что, Эльвира, Аркадий, сегодня вы будете снова вместе? А вы сейчас по сценарию с ума сошли или это экспромт был у вас? Вы что, розетки имена дали? Ну тебе же дали имя. Антон Петрович, я бы на вашем месте не ерничала, а училась трепетному отношению к инструменту. Идите лучше еще раз дорожки подметите, их замело, а людям еще уходить. Ладно, ну что, Наташ, Махмуд, пошли еще. Я пошел. Да куда ты понесся, Усейн Болт? А, ну да, типа Дед Мороз глуховат, на второй раз пойду. Хорошо. Дедушка Мороз, приходи! Вот теперь пора. О, слушай, ну ты кто, Дед Мороз или шлепок майонезный? Что делать-то? Все, идите уже! Все, иду. Вы сами-то готовы? Больной Байкбербович, или как вас там? Несомненно, несомненно. Ну, все, зажигайте. А, понимаю, как будто типа елочка тоже глухая, не слышит. Оригинально. Да. Понимаю, с третьего раза, да? Вы меня пугаете. Аполлинарий Поликарпович, в третий раз крикнули, зажигайте. Ну что же вы творите? Почему не зажигаете? Ай, дети не должны получать все сразу. Они должны потерпеть. Интрига! Интрига затянулась. Если вы сейчас же не включите, я сама закричу. Рано, рано. Кошмар какой! Господи, там сын губернатора от напряжения описался. Отлично, идем. Если вы сейчас же не включите, я вам не заплачу! Ха-ха, детскую радость! Деньгами меряешь, мещанка! Втыкало не продается! Да включайте же скорее! Там дети охрипли, у мальчиков голоса сломались! А, взросление через боль, радость через тернии! Там начальника морга на работу повезли! Когда вы уже наконец включите, ну? А когда детская душа изрыгнет эмоцию, когда в детских голосах появятся нотки мольбы. Ну, что происходит-то там вообще? Антон Петрович, отберите у него провода! Ну-ка, а, дай, прочь! Дай, прочь, лишение! Да, сюда! Тебе никогда не стать великим! Рада такая!
Сюда, сюда, зараза! Стенания, жертвы, скрежет зубов! Дети должны пройти все стадии от отрицания до принятия! Падла! Нет, и лишь когда они погрузятся в безысходность, я явлю им чудо под названием зажигание ёлки! Сигарета есть? У нас в садике не курят, то есть не курили. Ксения Андреевна, почему там так тихо? Дети молча стоят вокруг елки и плачут от счастья. Аполлинарий Поликарпович, вы гений! Да ладно! Поликарпович, респект! А что вы так расслабились? Думаете, это все? Дискотека! Кильку. Нет, килька для кошки. В семье веганов сельдь под шубой называется морковь под огурцом. Что, салат-то можно? Салат для гостей. Курочку? Курочка для гостей. Ну, яблочко-то можно? Для детей гостей. Вот это вот. Для собаки гостей. Вот это вот. Для костей гостей. Для костей гостей? Это кальций. Для костей. Ну, хоть... Что-то сейчас можно? Все можно. Ты же тоже хозяин в доме. Вон кильку. Нет. Килька для кошки. Мяу. Нет. Блин, заговорил меня, палец порезала. Че, больно? Так я же не себе порезала, тебе. Где обработай? Так, ой, у меня же этот самый... Можно Wi-Fi больше не отключать? У меня там война идет так-то. Так, я не поняла, ты чего не одет еще? Камон, я одет. Ты можешь нормально одеться? Так нормально. Над тобой смеяться все будут. Иди, я тебе там рубашку купила. Лучше бы ты мне доспехи купила. Надо мной и так в игре все смеются. Хожу в доспехах 6-го уровня. Я не могу в этом гномов убивать. Каких гномов? Ты можешь на Новый год нормально одеться? После Нового года надевать что угодно. Иди, я тебе там в комнате рубашку погладила. Душнила. И подушись еще. Очень смешно. Майонез, что еще? Дед, ты что, в магазин не ушел еще, что ли? Так а я список составляю. Да какой список? Там надо майонез и все. Что ты там написал? А то есть то, что я до этого написал, не надо брать? А что ты написал? Майонез. Ну вот все правильно, нужно майонез и майонез. Да, два майонеза, все. А, два майонеза. Будьте добры. Майонез. Да, давайте устроим пляжную вечеринку. Возьмем два ящика шампанского, нальем в комнату воды, да. Ты что несешь там, алло? Не, все, отбой, у меня не получится, у меня родаки на хате. Ну, давай попробую, ну, конечно, но мне кажется, что это нереал. Мам, вы не хотите Новый год на улице отметить? Ты
Ты что, охренела совсем? Ну я же говорю, нереал. Все, отбой. Я умираю, Ну хоть немножко, дай что-нибудь, Господи, что-нибудь, да, иди вон там возьми. Что это? Что, мусор? Сходи, вынеси мусор. Ты что? Ты встал вообще здесь? Здесь грязно, я сейчас мыть здесь буду. А сюда ты что встал? И тут помыло, тут чисто. Все, сдаюсь. Я сдался. Ниндзя, блин. А чё так жарко-то? Батарею убавьте, а? Дед, ты чё, не ушёл ещё, что ли? Куда? В магазин. А чё надо? Майонез. Майонез надо, список тогда. Да какой список? Ставить. Вот у тебя список в руках. Ах, майонез, а? Майонез. Надо одеться тогда. Ты одет уже. Ещё себе. А как, всё? Если я что-то... Всё, оделся, список есть, иди в магазин. Если что-то забудешь, звони. А, понял. Ой, боже мой. Майонез. Майонез, понял. Угу. Майонез. Да майонез. Так, я не поняла, ты что в мятой рубашке? Помял. Майонез. Ты когда её успел помять, ты её только надел? Когда надевал? Майонез! Так, может, погладишь, пойдешь? И еще разочек. Сам. Токсик, блин. Бро, ты че? Ты че агришься на этих абьюзеров, а? Блин, я на чили, а они хотят флексить. Вообще не мой вайб. It's true, бро. Пойдем. Really? Это они на каком сейчас? Майонез! Откуда я знаю, на каком? Дим, сходи, пожалуйста, в ванну, принеси мне глиттер для мейкапа. Между праймером и шиммером лежит. Я что, один в этом доме на русском языке разговариваю? Вот почему меня никто не понимает. I am hungry! I want ням-ням! Ну, потерпи ты немножко, но скоро уже гости придут. Все сядем за стол. Ой, какая... Ты ешь! Ой, я не ем! Я же готовлю! Я готовлю! Я тоже буду готовить! Я пробую! Давай, я тоже буду готовить! Всё, давай! Режь лук! Чё ты плачешь, ты даже резать не начал? Господи! Дед! Ты ещё так долго? Я код от домофона забыл! Тебе звоню, ты майонез, я набираю там, нет буквы М, я тебе как майонез наберу там. Там буква К только есть. Как я, кайнез, что ли, там набрать-ка или майонез? О, Господи, дед. Я понимаю, что? Дед, давай. Чего, людей много в магазине было? Людей вообще нет! Одно зверьё! Орут, толкают! Там один мужик в мясном отделе ногу потерял! Ну ладно. Куриную! Там эти ноги с руками отрывают! А фарша! Фарша вообще нет! Всё скупили фаршисты проклятые! А майонез ты купил? Забыл, я же еще майонез купил, вот. Ой, последняя пачка. Молодец, была. Садись, сейчас садится. Мы все это... Оп. Ну что, так нормально? Ну вот, нормальный человек. Можно... Господи, в кого ты у меня такой, а? Ну ей-богу, куда ты тянешься? Сейчас сядем за стол, угомонись. Президент уже говорит. Давайте, за стол быстро. Наконец-то можно поесть. Да какой поесть, шампанское открывай. Мам, ну что, я пошла? Куда ты пошла? Заткнитесь все, закрыли рты, празднуем Новый год с семьей! Успели. Мои хорошие. Я хочу поднять этот бокал, конечно же, за вас.
чтобы в новом году у вас все было гораздо лучше, чем в ушедшем году. Люблю вас. С Новым годом. Есть. Можно? Можно. Давайте. Походу, дед вместо майонеза сгущенку взял. Да ты вспомни, что же это ж когда было? Это ж еще в прошлом году было-то. Дорогие друзья, вот уже Новый год стучится, уже во многие двери постучался, кому-то еще не достучался, но явно достучится, по-другому быть не может. И мы вам желаем всего хорошего же, конечно, и еще. Давайте прямо вот с 1 января начнем делать так, чтобы все, что мы друг другу пожелали, ну хотя бы даже себе там, когда мы писали на бумажечках вот это все под бой курантов, чтобы вот так мы этот год и прожили. Вдруг получится. Еще одна попытка. 2022. Погнали. Когда обе стрелки на часах в небо направят свой взгляд, когда услышит большая страна 12 ударов подряд, мы все обнимемся за столом, ну, и в этот чудесный миг. Перед тем, как поесть и попить, надо ж всем позвонить. По проводам, по проводочкам летят звонки, летят звоночки, и через спутник, и через вышки все поздравляют без передышки. Грустит под елкою мандарин, грустит под соусом курица, грустит салат, грустит графин, хозяйка застолья хмурится. Но нам с тобою все нипочем, мы делаем морду кирпичом, сидим с телефонами по углам, скоро позвоним и вам. По проводам, по проводочкам летят звонки, летят звоночки. Кто шлет открыточки у всех доставшие? Кто фотографии, где все уставшие? Бонжур, Андре! Hello, Ира! Салам, Рифат! С Happy New Year'ом! Звонит Аликбек в Таджикистан, чтобы сказать: поздравляю, мам! Кто-то подруге звонит в Париж, кто-то брату во Владик. Ты чё уже спишь? А кто-то звонит в Калининград, чтобы попасть на год назад. По городам, по государствам летят звонки через пространство. Все города соединились, и операторы обогатились. У этой песни задача проста, чтоб страна могла позвонить. И миллионы россиян хотят нас поблагодарить. Но есть у песни проблема одна. Те, кто выходил говорить, не слышал песню, и ее сейчас мы вынуждены повторить. Когда обе стрелки на часах в небо направят свой взгляд, тогда услышит большая страна 12 ударов подряд. Мы все обнимемся за столом, и в этот чудесный мир перед
тем, как поесть и попить, надо всем позвонить по проводам. И через спутник звонит Буйлов, звонит Укупник, звонит Шойгу себе в тайгу. Ну и я позвоню, пойду по проводам, по проводочкам. Летят звонки, летят звоночки, звонят миры, звонят народы, чтоб поздравить всех с Новым годом! В сегодняшнем концерте наши прекрасные зрители в зале, люди, стоящие на этой сцене, наши музыканты, группа «Ливербэнд». Эти люди, стоящие на сцене, слепили такой огромный новогодний, снежный, наверное, где-то комок из шуток, песен, может быть, танцев, ноток романтики, грусти, лирических ноток, конечно же, друзья. И все это снежное новогоднее месиво мы посылаем вам от уральских пельменей. По проводам, по проводочкам летят звонки, летят звоночки.